О, красота! Это мои любимые антистресс-тянучки от Сбабам. Это серия Legend of Animals. Это флекс-игрушки. Это антистресс-приколюшки. Спасибо, спасибо за аплодисменты, достаточно лайка. Ну, а я сегодня распаковываю пакетики с Сбабам. И вот такая вот серия, которую я узнал на официальном сайте Сбабам. Там же я узнал, что эти серии также можно найти в сети магазинах Магнит, в киосках печати и на маркетплейсах по ссылкам в описании с официального сайта. Можете посмотреть там или разместил для информации в описании под этим роликом. А мы начинаем распаковку. Итак, 3D-коллекция. Что же у нас здесь? Вот такая коллекция. Посмотрим, кто же выпадет сегодня нам. Тоже попадется нам друзья. А мы начинаем с первого вот этого. Итак, распаковка. А давайте распаковка. У меня не получилось. Надо как-то аккуратно. Давайте вот как это делать. Вот так вот я сбоку. Здесь такой вот надрез. Надеюсь, я ничего не отрежу. По-моему, отрезал, да? Нет, ничего не отрезал. Отлично. Вот так вот буду доставать. Вначале достанем буклет. Крокодил, дил, пробьют. Сорок, рук, забил. Что-то с этим певучее настроение. Крокодил. У нас еще есть светящийся в темноте. Это вот такой вот кайман и мегалодон. Вот. А тут у нас, как всегда, буклет прекрасный с изображением крокодила и его способности. Так, и достаем нашего крокодила. Очень смешной. Крокодил внутри с наполнителем. Антистресс мягким таким. Джин-джин-джин-джин-джин. Вот. И со смешной ненаполненной рожицей. Это так смешно. А так и должно быть. Ну, наверное, да. Его можно... Это игрушка-тянучка, чтобы вы понимали. Но она еще и принимает разные формы. Смотрите, какой класс. Жунг. Жунг. Это же просто супер. Это же просто... Вот это крокодил! Которого можно потянуть. Еще цвет такой прикольный. Так, крокодил у нас есть. Крокодилыч. Хорошо. Такой вот положим его здесь. Пусть лежит. Следующего открываем. Давайте следующего. Следующий у нас будет кто? Кто же будет следующий? Сейчас возьмем. И вскрывамба. Вот так вот сразу, чтобы... Аккуратненько. Открываем. И это у нас... Как это акула какая-то, я забыл. Ну, короче, прикольная рыбка. Такая, о. Китовая акула, что ли, как она там называется. И... По-моему, это была похожая серия, но там внутри были... Они были не флекс, а с этими, да? А здесь можно, разные позы придавать акуле. И растягивать тоже можно. Давайте растянем. Кто из них дальше растянется? Смотрите, растягиваешь, и она застывает в этом растянутом. Теперь у нас не акула, а селедка. Вот, и обратно можно. О, можно, смотрите, сделать вообще вот такую микроакулу. Издеваюсь над зверями. Давайте тогда над всеми. Оп, этот будет вот такой. Следующее. Кто у нас? Кто за следующая подружка? А следующая подружка или дружок? Ну, мы хотим светящихся, конечно, бы. Кто мы? Я здесь один. Беру следующий пакет и открываю. Следующего светящегося. Оп. Так. Ой. Тихо. Тихо. Что-то я... Пугался, нет, это... Вот так буду открывать. О! Акула прям, смотрите, она прям надпись ест. Ном-ном-ном. Кто это? Это вот такое. Голубая акула, синяя. Синяя акула, ну давай покажись. О, божечки мои. Ну она черная, если что. Но она, может, так называется. Давайте сделаем из акулы, сделаем рыбу-удильщика. Нет, это рыба-капля из мема. А? Нормально? И вот так ей
И может, ну, можно опять обратно сделать акулу. Короче, вот так оставили, хорошо. Вторая моя, это ужасные эксперименты товарища Сафронова с животным миром. С животным миром. Следующий пакетик. Это кто? Сейчас. Секундочку. Ага. О, это кайман. Это значит, светящийся должен быть. Насколько я помню, кайман светящийся. Ну, это настоящий светящийся. А вот тут вот в темноте. А обязательно подсветим. И о, вот. Ой, какой желтый. Ты какой вы хорошенький. У, типузечка. А что мы сделаем с кайманом? А мы из него сделаем, давайте, лепешечку. Лепешечку. Вот такого. Он такой кайман. О, на максималках. Широкий. Яркий, аж у меня в глазах засвечено. Вот такой будет кайман. Как будто по кайману прошелся катамаран. Кайман схватил катамаран. Котов, скорее тут. Так, вот здесь опасно. Кто-то большой. Кто-то большой, суперфлекс. Сейчас, сейчас. Сейчас, кто же ты, кто же ты? Кто же ты, кто же ты? Ой, еще один, по-моему, светящийся, да? Акула-молот. Я не уверен, что она светящаяся, но она... Я думаю, что это вначале мне вылезает вот эта вот штука. Вот эта вот штука. А потом такая... А вот и я! А вот и я! А вот и песенка моя! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Да, нет, это не светящаяся акула-молот, потому что по цвету она как будто светящаяся. Нет, акула-молот не светящаяся. А что мы сделаем с акулой-молот? Давайте придумаем ей какую-нибудь... Давайте ей сделаем ножки из плавников. Вот такая одна ножка будет такая, а третья ножка это будет хвост. Она такая у нас. Пошла! Пошла! Пошла, родимая! Ну вот так. А давайте она будет вот так орать. Орать. Она орёт на всех. Она вредная соседка. Такая, знаете? У вас нет такой соседки? Вам повезло. Следующий пакетик. Я вот подарю своей соседке такую акулу, и она станет добрая сразу. Хотя у меня все соседки добрые. Да? Да. Вдруг они смотрят. Это вот этот, как его, Марлин. Кто это? Марлин. Я забыл. Так и называется? Или как? Тунец? Нет. Тунец это тюна. Марлин. Наверное, так и называется. Марлин. Павлин, Мавлин. Марлин. Он не светящийся. Ну-ка, сейчас должен быть тоже смешной. Ую! Бабусечка, бабусечка, баба-баба-ба. Носичек, носичек. О, класс, вот это на превьюху пойдет. А тут такой бабусечек, бабусечка, бабусечка. Она похожа на... Можно ходить с ней на охоту. Выходишь на охоту, показываешь эту штуку, на кого хочешь, он такой, все, сдаюсь. Невозможно. Панти стрессуем, потянем, потянем. Тянем, потянем, тянем, потянем, тянем, потянем. Я обожаю делать их длинными, потому что они удлиняются, и смотрите, это у вас уже не просто марлин, а у вас какая-то барракуда. Вот так ее и оставлю. Прекрасно, прекрасная барракудина. Семёна Юдина живет барракудина. Не знаю, предупростят меня все Семёны и Юдины. Почему вдруг это? Так я говорю, сегодня творческое настроение. О, аллигатор. 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 А кто нам надо светящийся? Нет, не аллигатор, а светящийся это будет мегалодон. Мегалодон. Бигададун. И открываем. И вот он. Ой, лёненькая пузико какой. Хороший ты. Аллигатор. Аллигатор.
Эльгард. Игрушки вот эти прикольные. Слушайте, они... всегда мне нравятся эти антистресс-игрушки. Эти ярких цветов для детей. Пожамкать антистресс можно взять с собой куда-нибудь на прогулку, в песочницу, к друзьям. Дети купаются. Вот я помню своего Ваньку, он не любил купаться изначально. И с такими игрушками с удовольствием. Я накидывал в ванну вот этих вот игрушек-тянучек. И он радостно с ними игрался в ванной, и тогда у него это была не трагедия, ай, надо идти в ванну, а прикольная игра. Поэтому это классная тема вообще. Ну и просто пошвыряться ими, покидаться, потянуть, это прикольно. И приучает к животному миру, к изучению животного мира. Он посмотрел, что это, посмотрел, взял, открыл пакетик, открывает пакетик, вот так вот, оп-оп, и... Кто там ему попался? Ну, какой-то, какая-то приколюха, да? С которой можно весело поиграть. Смотрите, открывает. А там, опа, мегалодон. Кстати, наверняка фотка классная. Открывает. Вначале ему интересная игрушка, естественно. Вот он достает. О, акула, класс, хочу в ванной с ней покупаться. Еще можно ее смешно сделать. Акулу можно прикольно потискать, пожамкать. Тру-ту-ту-ту-ту-ту. О, можно сделать что-нибудь такое. И она потом восстановится. Вот. Короче, можно играться, можно жамкать. Она потом приведет форму обратно. Можно ее задать форму, какую вы хотите, потому что она антистресс. Вот акула у меня такая. Вот. Потом он поигрался с ней, сделал из нее чудище морское. Вот такое. И смотрит, ага, буклетик. А что тут? Во! Какая акула. Что-то он там посмотрел, поизучал, потом посмотрел, опа, полез, сказал книжку, где-нибудь в книжке и так далее. Так что такие штучки приучают. А я приучаю вас ставить лайки. Не обязательно интересоваться живой природой, главное, интересуйтесь лайками под этим видео. А также можете интересоваться игрушками с бабам, узнать больше на официальном сайте. Для информации оставил ссылку в описании, чтобы вы знали, где можно найти. А также напоминаю, что в сети... О, я буду за нее говорить. В сети магазинах «Магнит» и в киосках печати. И на маркетплейсах также по ссылке в описании проинформировал тех зрителей, кому интересны такие штучки. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. И хороших вам барракуд. Удачи!